Всем привет! Пришли три посылки с Алиэкспресс. Сейчас откроем, посмотрим, что там. Так, сопла. Сопла 0,2. Целый мешок. 5 штук. Так, не видно ничего. Вот. Вообще думал, конечно, что положат разносортных, но, блин, положили одинаково целую кучу. Ладно. Так, посмотрим следующую. Так, что тут такое маленькое? Ага. Датчик температуры. Шел долго, где-то месяц, наверное, полтора. Ну, потому что бесплатная доставка. Я вообще не знаю, как китайцы заморачиваются с такими мелкими посылками. Кошмар. Отсылать. Так, следующая, третья посылка. Так. Тут у нас два подшипника. Пришли очень быстро. Очень быстро. В течение 2 недель, можно сказать, да. Даже праздники не помешали им прийти. Грядки неплохие. Так. Вижу, там одного шарика не хватает внутри. Такой подшипник. Ладно, посмотрим, как они будут работать. В общем, специально заказан для кое-какой посылки. Она вот уже должна с минут на минут прийти. Так что самое интересное будет впереди. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать новые. Ну и лайки ставьте. Или дизлайки. Как вам будет удобно. Угодно. Вот. Всем удачи, пока. Как сказать, до новых встреч.